Что сажали в парках весной 1942 года в Ленинграде? А. Овощи. Б. Яблони. В. Лекарственные травы. Г. Пшеницу. Она помнит в подробностях те голодные дни. Тамара Маслова и ее муж – дети войны. Блокада застала их в совсем юном возрасте, поэтому и ответ на вопрос не заставил себя ждать. Это я хорошо помню. Овощи, особенно около собора этого большого, сажали, знаете, капусту. Это даже в кино везде показывали. Это были овощи. 30 вопросов о самом важном, на ответ не более 60 секунд. Историческое тестирование прошли жители Одинцовского округа, Краснознаменска, Можайска, Власихи. Участники клуба «Активное долголетие», ветераны боевых действий, дети войны, члены и сторонники «Единой России», молодогвардейцы объединились в команды, чтобы освежить знания о блокаде Ленинграда. Знания этих исторических основ этой великой победы очень важно, и уверен, что все, кто сегодня здесь принимает участие, уже, во-первых, подготовились, не просто так пришли. Подсчет голосов и подведение итогов. Команда из Краснознаменска не допустила ни одной ошибки и заняла первое место. Молодая гвардия из Власихи завоевала серебро. Немного запутались с датами первых попыток прорыва блокады. Признаются, для них это урок, изучать историю будут и дальше. Мы с прошлого года активно продвигаем проект «Память народа», где мы с ребятами осуществляем поисковую деятельность и призываем всех помнить не только одного родственника, как обычно мы видим на бессмертном полку, да, а как минимум 4. И призываем поднимать такие поиски. 80 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда. Она продолжалась долгие 872 дня. Череда мероприятий, посвященных этой круглой дате в округе, только началась. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».